Всем привет! Хотел сегодня вам рассказать вот про такой вот простой темляк, который можно сделать практически за 60 секунд. Что-то вспомнил, что у меня есть вот такой вот ножичек, я недавно совсем на него делал обзор. Вот такая китайская копия спайдерка. Вот, и что-то так думаю, что он у меня без темлячка, у него есть такая симпатичная дырочка. Думаю, дай-ка сделаю. И вот думал одеть черный, что-то черный к черному как-то не хочется, поэтому одену вот такой вот и заодно расскажу, как сделать вот такой вот темлячок. Буквально секунда 60. Итак, давайте возьмем паракорд. Ну, я думаю, примерно сантиметров 40. Темляк нам не нужен большой. Сантиметров 40, я думаю, будет в самый раз. Так, не вытаскивая сердцевину. Не хочется мне что-то сейчас вытаскивать сердцевину отсюда. Итак, берем темляк, вернее паракорд. И складываем его вот так вот просто в три раза. Вот так вот это у нас должно получиться. После того, как мы сложили его в три раза, у нас остается вот этот конец, который длинный. Вот так вот, наверное, видно лучше. Остался длинный конец. Я этот длинный конец оставляю здесь петлю примерно вот такого размера. Просто вот так вот начинаю наворачивать. Желательно поплотнее сразу же, без всяких заморочек. Все это потом можно будет подправить, но я люблю сразу как-то поплотнее. Ну вот, скажем, как-то вот так вот. И теперь конец, который у меня остался здесь в руке, вот этот вот свободный конец, я просто продеваю в петлю, которая у меня осталась вот здесь снизу. Вот видно эту петлю. Просто продеваю это дело в петелечку сюда. Вот таким вот образом. И сверху подтягиваю. Немножко тяжеловато это делать, не то потянул. Вот таким образом это делается. Вот так вот. И получается вот такой вот симпатяшка. Ну, это можно все подрезать, запаять, все это известно всем. Здесь можно выставить нужную длину. Вот. Получается вот такой темлячок. И одеть я его сейчас не смогу, что я сразу не сообразил. Сейчас я его заново переплету. Но выглядит это вот так вот. Вот, для того, чтобы распустить такой темляк, это очень-очень просто. Просто тянем за конец, и он распускается. Вот, и вот так вот это выглядит уже на ноже. Давайте просто закончим это. Обрежем все, что нужно обрезать. Конец примерно такой же, можно даже пару миллиметров длиннее, неважно. Обжигаем концы, как обычно. Все, всем спасибо, всем пока. Думаю, что был полезен. Ставьте лайки, если понравилось. До свидания.